покажу небольшое упражнение для пальцев. Вот, вроде бы простенько, но сделать его без тренировки достаточно трудно. Берете вот так вот, палец сюда, палец сюда, палец так, и палец так. Потом, значит, пальцы веером растопыривайте, и они в разные стороны. А попробуйте сделать так, что, например, мизинец остается на месте, а все пальцы растопыриваются вот в эту сторону. Потом опять складываются. Там средний остается на месте, все растопыриваются от него и к нему. Потом безымянный остается на месте. Вот так. Указательный. И увидите, что веер пальцев раскрывается больше вниз от указательного, да? Вот так вот. А от мизинца больше вверх. То есть вот такие координационные упражнения для пальцев очень полезны для развития, особенно детей. Потому что когда будешь манипулировать пальцами лучше, лучше мозги будут работать. Вот есть такая связь. Музыканты являются самыми умными людьми, интеллектуально развитыми на планете. На нашей, потому что у них все время задействованы пальцы. Вот так еще можно палец средний между указательным и безымянным. Да у меня еще не очень-то хорошо получается. Если это быстро, будет очень красиво и эффектно. Да. Мозг вскипает, когда вот такие упражнения непривычные делаешь. Сопротивляется. Вот так. Пока-пока.